В Москве открылся съезд «Единой России». Представители самой крупной политической партии в стране обсуждают подготовку к выборам в Госдуму, которые намечены на сентябрь. Сегодня работа идет на нескольких дискуссионных площадках по здравоохранению, социальной политике, экономике, образованию, сельскому хозяйству и промышленности. Завтра в центре внимания окажутся так называемые праймерис. Это выборы кандидатов от партии. Они пройдут в мае. По всей стране будут работать 20 тысяч участков. Это беспрецедентная по открытости процедура, которая будет проведена, и список «Единой России» будет сформирован непосредственно гражданами, непосредственно избирателями. И никаких здесь договорных матчей или договорных списков не будет, а только люди эти списки сформируют. И именно с этими списками, которые уже будут выдвинуты нашими гражданами, мы пойдем на выборы.